Так, ладно, браво. Вот и посмотрели, ребята. Да ладно, я не верю. Да? Да, да, да. Упал. Ой, бля, так. Пиздец, на. Ну что, welcome to the international, получается? Вроде да. А, я не знаю, как это получилось. Нет, ну слушай, это типа лучшие катки за такую историю, типа, видимо, золото. Понял? Не спрашивай, ни о чем, ни о чем. Ром. Прошел на интернет, сразу отличили. Хорошо, лучший, блядь. Аня, есть суп для победителей? Есть. Мне привезли суп, есть? Настоящий суп для победителей. Это реально суп в пакетах. Это реально суп в пакетах. Братанчик. Занимали пиздец, спасибо, что так бывает. Я понял. Мы, кажется, вышли на интернет. Не кажется, вышли. Я очень доволен. Даже вопрос не надо было задавать. Сам все ответил. Тёма, а ты? Ты как? Мне придется проставляться сегодня. Проставляться? Проставляться. А, проставляться. Сегодня будет огромный ужин. У нас много друзей здесь, все хотят поздравить. Как ощущение на интернешнл? Слушай, мне особенно приятно, что у нас 4 команды будет от региона. Вот это клево. Теперь, как говорится, самое сложное — это визу получить. Ну, это решаемый вопрос. Тем более здесь, я думаю, вы совсем справитесь. Через неделю узнаем. Ты с ребятами также 13-го в Джакарте? Мы подаемся в Джакарте 11-го и 13-го. А, вы 11-го. То есть у нас 2 дня. Панды, по-моему, подаются где-то в Сурабае. Ну, тоже, типа, да. Да, с нами. Недалеко. 10 лет, ты уже отобрался на им. Еще не вечер, Толян. Да, сейчас автор выиграет, сейчас все подряд. Еще не вечер, Толян. Так нет, у нас по идее уже не... Там что-то прикалываются, вал с очками, там всякие было. Они обычно зеленые, но... Так за последний мажок вообще миллиард дает, по-моему. Не, если приедет СНГ, надеюсь, хотя бы какие-то навыки. Если такие хуёвые банды дал, я бы просто блядь. Да. Мы вчера с Даньком тренились, нет? Да. Рубика не ожидали. Рубика никто не ожидал увидеть. Кто-то пойдет сейчас? Который еще и взорвал нашу марафон на автор просто низко. Так я если что, играл на медовом окле, против Тетчиса. Рубика. Против Тетчиса. Дима Фай. Я точно так же взял очень. Я знал, что так будет скилл рубил. Мне кажется, они сейчас пока вохнули. Спасибо. Бля. Здорово. Что такое? Что так смотришь, блядь? Саня как на маньяка похож. Он абсолютно маньяк, блядь. Хоть меня убить, блядь. Если я повернусь спиной, блядь, мне нож в спину встанет. Давай за это запишем. Поугадываем героев, давай за... Ты хочешь прям? Ну, меня попросили. Я бы один сделал, просто сказали кого-то найти. Бесплатно. На интерьер. А вы зачем Аяна? Ты на Риаде? Зачем Аяна? Я поеду просто сюда. Втроем стоите, да? Ребят, скажите, какие ваши ощущения? Что сейчас чувствуете вообще? Мы рады. Очень. Но мы это говорим всем. Поэтому не очень уже. Не очень рады, что говорите всем. Да, уже не очень рады, что говорим всем. Ну, внутри такое ощущение приятное. Вот как будто турнир выиграл, и уже такое так... Но, типа, фулл отбор на инт, это когда, мне кажется, вот визы когда дадут всем, мне кажется, вот тогда будет прям, когда будет прям полное удовлетворение, что все, мы на инте. Вот у меня как будто вот сейчас просто закрылось, типа, какое-то количество процентов, вот это, типа, yes, но как будто вот оставшееся надо, чтобы на визах было. В теплом басике будете сегодня чилить? Тут. Завтра, наверное, почему. Да, но я вам советую, кстати, вот здесь вот лучше теплый басик, чем в Аяне. Да, но здесь такой, он прям теплый. С такой погодой просто потом впадло идти еще до теплого басика в этот. По факту. Ну, типа до Аяны, типа. Ну, ну я да. Когда потеплее, типа по пиздику.
Так, ну что, ребят, это был видос с нашими BitBoom, которые прошли на International. На International будет 4 команды от нашего региона. Это не может не радовать. Я считаю, что это прям супер круто. 4 команды, это вы представляете, если мы поедем, сколько будет контента. В общем, я за ребят очень рад. Очень рад за Толю, очень рад за Данька. Блин, ну честно, вот... Прям мы сидели, эта катка была супер долгая, потому что и задержки, все дела, плюс сама катка, сколько там, больше часа, больше 100 минут шла. В общем, 2 часа мы сидели там, даже больше. И наконец-то это закончилось, и исход положительный, потому что уже в какой-то момент не особо верилось, что это все может так закончиться, и этого рубрика явно никто не ждал, и вот там пару раз я там подснимал, как Толя говорит, что он просто, ну, типа, из ниоткуда подошел, и реально он там заминировал все в топе, и это вообще прям... Ох. Так что я рад, спасибо, что смотрели, спасибо компании BitBoom и BitBoom Team, что даете такие невероятные эмоции, а BitBoom спасибо, что помогли с этой поездкой, дали мне вот такие вот прекрасные бейджики, теперь я могу ходить везде и могу вот снимать эти истории, потому что обычно они были мне недоступны. Спасибо большое, а для вас, ребята, компания BitBoom оставила 1000 фрибетов в закрепленном комментарии. Переходите сюда, кликайте, помните, что так вы очень сильно помогаете развитию этого канала, и так вы помогаете вот мне вот доставать вот этот контент. Спасибо вам. Давайте. Увидимся.